Новые впечатления и знания в этом году получили 50 жителей региона на 6 всероссийских и международных молодежных форумах. Они смогли пройти образовательные программы по различным направлениям. В их числе творческая деятельность, развитие молодежного добровольческого движения, социальные проекты, волонтерство и другие. Познакомиться с режиссерами и артистами фильма «Батальон», принять участие в военизированной эстафете вместе с первыми лицами России. Найти единомышленников из разных субъектов Северо-Запада. Все это стало возможно для Павла Поздеева. Он был участником первой смены форума «Ладога», который проходил в Санкт-Петербурге. Не зря съездил, набрался какого-то нового, чтобы потом уже реализовать также в округе. Хорошо, что с нами съездил не только я один, у нас было несколько человек, представители с нашего округа, по разным площадкам. Разные в этом году были и места проведения молодежных слетов. В Санкт-Петербурге – Ладога, в Калининграде – Балтийский Артек. На Клязьме – Территория смыслов. В Сыктывкаре – Инноватика, Крохоль-2015, в Крыму – Таврида. И в Болгарии – Мы за мир во всем мире. Стать участником престижных форумов мог каждый молодой житель региона от 18 до 30 лет. Для этого было необходимо зарегистрироваться на сайте организаторов и выполнить конкурсные задания. Хотя и это иногда не гарантировало стопроцентного успеха. На Тавриду, да, где был очень большой конкурс, мы писали для наших участников рекомендации, да, чтобы у них было больше шансов попасть. Потому что это все-таки был творческий форум, и там у ребят, которые живут в больших регионах, в крупных городах, у них все-таки больше возможностей. На форумах молодые люди были равны, все хотели получить новые знания и опыт, а также показать свои таланты. Теперь они могут воплотить в жизнь все, чему научились, но уже на территории родного Ненецкого округа. Алена Валеева, Роман Делимарский, телеканал «Север».